житловий комплекс «Діброва парк». Володимир Путін планує приїхати до України, кремлівський диктатор планує відвідати тимчасово окуповані території. Проте, коли і куди саме він поїде, не повідомив. Відповідаючи на запитання так званого журналіста програми «Москва, Кремль, Путін», яка виходить одразу на двох російських пропагандистських телевізійних каналах «Росія-1» та «Росія-24» Павла Зарубіна, про поїздку на так звані «нові території» міжнародний злочинець відповів «обов'язково». Ця розмова відбулася в рамках проведення заходу під назвою «День героїв Росії», під час якого Путін підтвердив, що буде і надалі володарювати Росією. Зараз до нашого ефіру приєднується незалежний політолог Дмитро Орєшкін. Дмитрій, добрий день, добре утро. Я привітаю в ефірі «Апостроф ТВ». Доброе утро, здравствуйте. Вот этот анонс, собирается Путин поехать на временно оккупированные украинские территории, ну даже Жога, наверное, вот это предложение идти на новый президентский срок, это своего рода и предложение тоже и приезжать, потому что он же говорил о том, что интегрировать надо активнее, да, и это именно задание Путина, и он возлагает какие-то надежды именно в этом отношении. Что в... Какую роль именно вот этот вот вопрос в предвыборной кампании должен сыграть вот эта поездка, которая анонсируется уже? Да, вы правы, и не случайно Путин выдвигается через Жогу, потому что речь сейчас идет о том, чтобы консолидировать путинское большинство на военной платформе. Логика такая: мы за ценой не постоим, с экономикой не важно, хотя рассказывают всякие победные слова. Рубль все равно колеблется около сотни за евро или за доллар. Хотя говорят о том, что справились с санкциями благополучно, на самом деле это в значительной степени фейк, потому что ВВП держится за счет военных заказов, военные заказы оплачиваются из бюджета, а бюджет накачивается нефтяными деньгами и старыми запасами. Так что это в некотором смысле вечный двигатель, который раньше или позже рушится. И это все понимают, те, кто занимается экономикой. Поэтому ожидают экономического коллапса. Ну, не то чтобы коллапса, а застоя и трудностей в течение ближайших, наверное, месяцев. Так или иначе, Путину надо менять повестку дня. И смена одна – Украина. Вот он сейчас себя чувствует на коне. Он ощущает поддержку вот таких людей, как Жога и многих других, заинтересованных. И ему, конечно, надо себя зафиксировать на поле боя. Он должен быть в ореоле взрывов, там, порохового газа, победы и так далее. Он это прекрасно понимает, и именно поэтому так и действует. Дмитрий, ну вот было время уже, в Мариуполь приезжал Путин, такие кадры были, конечно, много разговоров о двойниках, но тем не менее, этот герой, этот персонаж политики российской, он на украинских территориях временно оккупированных уже был. Сейчас поедет дальше, это нужно в предвыборной кампании или нет? Ну, ближе к линии фронта, я имею в виду, вот как-то глубже на территории, или без этого может сработать... Вот все равно вот эта идея визита. Ну, обаяние авторитаризма, оно тем сильно, что может делать с информационным пространством все что угодно. То есть появится он там в 15 километрах от линии фронта. Это будет показано как геройский подвиг. Появится он в 50 километрах, это опять будет показано как геройский подвиг. Просто он туда прилетит, и, может быть, даже не он сам, а вот действительно какое-то замещающее его существо. Это тоже
должен быть показан как геройский подвиг. Но появиться он там должен. А уж именно где глубже, дальше, это все вопрос технологический. Это вопрос к товарищу Пескову с тем, чтобы они объяснили, как это все смело и отчаянно. Не исключено, что что-нибудь рядом где-нибудь подорвут, чтобы случайно показать. Ну, мало ли, это дело техническое. Тут никаких сомнений быть не должно. Ну, иногда смешные, наверное, немножко, ну, курьезные, что ли, вещи происходят. Сегодня проверить информацию гораздо легче. И когда Шойгу, например, анонсирует или говорит о том, что он в зоне боевых действий летает на вертолете, а потом проверяют, оказывается, это над Крымским полуостровом, на то время еще довольно далеко от зоны боевых действий, но вот это выдается таким образом. Вроде как бы и похвалили себя в эфирах российских, с другой стороны, и есть опровержение. Я хочу спросить у вас о такой, может быть, немножко закулисной линии, но вот во время этого небольшого диалога с Жогой Путин говорил, когда прозвучал анонс, что «та, я пойду на выборы». Он говорит, что «не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время нужно принимать решение». А что за разные мысли? Это вот просто какая-то формула «надо было что-то сказать», обычное, риторическое, или за этим что-то стоит? Что за разные мысли? Действительно сомневался? Или это такое какое-то оправдание, что «да-да-да, ну, недолго уже осталось, ну, вот победим, и как бы, и тогда уже уйду». Это определенное успокоение для россиян, для, ну, избирателями, может быть, и сложно называть, но, тем не менее, тех, кто должен прийти на участки. Ну вот я опять вернусь к идее такой привлекательности, обаяния авторитаризма. Вы рассказали про Шойгу. Ну да, он летал там. Все видели, как он летал на вертолете, а про то, что он это делал в Крыму, знает, ну, скажем, один человек из ста, тех, кто наблюдал эту картинку. В этом такой понятный совершенно секрет. То же самое и здесь. Ну, конечно, любой человек, когда решает, принимает существенное решение, все-таки избираться на пост президента такой здоровенной страны, это ответственное решение. Значит, у него есть какие-то соображения, какими опасностями это может грозить. У любого. Другой вопрос, что это может быть полторы секунды. Но он это сам воспринимает как то, что были тяжелые, мучительные размышления, и он, наконец, вынужден был сделать выбор во имя интересов Родины, народа и так далее. И он в это верит. И он заставляет в это поверить и своих сторонников, опять же, благодаря вот этому самому флеру или обаянию авторитаризма. Владимир Владимирович мучился, ночами не спал и в конце концов решил все-таки выдвигаться. Но хотя любому человеку, наблюдающему эту историю со стороны, понятно, что никуда он не мог деться, ибо он обязан не только выдвигаться, но еще и становиться президентом, потому что если нет, то никакой спокойной пенсии у него не будет, а будет Гаага. И он это прекрасно понимает, даже не то, что понимает, а чувствует всем своим существом. Поэтому Путин будет президентом до белых тапочек или до переворота, и, мне кажется, это все понимают. Тем не менее, он вот страдает, размышляет, нелегкие мысли приходят к нему по ночам и так далее. Дмитрий, но тогда, а кто другие в этой всей игре? Можно было бы, наверное, в других обстоятельствах подумать, а кто после, кто преемник, может быть, когда-то об этом будет заявлено, но нет, мы вот в этой системе, которую вы описали, скорее думаем, а кто будет оттенять Путина в финале вот этой, ну, спектакля этого выборного, предвыборного, кто будет участниками массовки, какие роли им отведены. Вот сейчас Жога сыграл свою роль определенную. И, может быть, это и могло бы выглядеть спонтанным чем-то, но мне сложно предположить, что такие вещи возникают спонтанно и реализуются спонтанно, и что Путин действительно непродуманно, вот как бы реагирует. Кто и что будет делать дальше? Какие фигуры будут оттенять? Какие фигуры будут стоять рядом? Ну, вы назвали выборы спектаклем.
Это близко к тому, что я думаю, но у меня более четкое в этом смысле определение. Это ритуал, это обряд. У обряда есть свои очень жесткие правила. Если они нарушаются, то обряд не настоящий, не работает. Сама по себе обрядовая составляющая характерна для примитивных обществ. Конечно, это никакие не выборы в смысле варианта смены власти или хотя бы варианта экзамена властью перед народом. Нет, это ритуал демонстрации массовой поддержки. Он нуждается просто по определению в некоторых понятных правилах. Правило номер один – никто из конкурентов, никто из кандидатов на пост президента не должен даже близко подходить к Владимиру Путину по популярности, по решительности, там, по имиджу, скажем так. Именно поэтому, скажем, Алексей Навальный сидит и долго будет сидеть. Никто не смеет запятнать белые одежды этого ритуала подозрениями в фальсификации. Именно поэтому Григорий Мельконянц, абсолютно законопослушный, абсолютно легальный организатор наблюдателей за выборами, поскольку он понимает их именно как выборы, то есть то, что прописано в Конституции и в законах о выборах. Поэтому Мельконянц тоже сидит и будет сидеть. А что касается, ну, скажем так, ритуальных фигурок, используемых в культе вуду для того, чтобы втыкать в них иголочки, то, во-первых, их должно быть достаточно много, чтобы никто из них не набрал больше, там, ну, 5%. А во-вторых, чтобы, значит, они должны были бы быть на каждый вкус, чтобы там были и коммунисты, и националисты, и даже как бы либералы. В-третьих, там кто-то должен обязательно быть старше Путина, чтобы молодежь не думала, что это ритуал для стариков. Ну и в-четвертых, конечно, в каждом цикле избирательном Путин должен набирать все больше и больше. Значит, по количеству этих кандидатов. В 2008 году был 4 соискателя на пост президента. В 2012 году... Нет, в 2008, да, Медведева избирали. В 2012 Путин, там было уже 5. В 2018 было 8 кандидатов. Ну и сейчас, наверное, такой же порядок кандидатов будет, чтобы голоса протестные разошлись между ними, и чтобы никто даже близко... Выше сапога никто не был бы росточком. Так что, а какая вам разница? Ну да, будет там Зюганов, ну да, будет там Борис Надеждин. Наверное, еще там человек несколько запустят. Но вот, например, я практически уверен, что самовыдвиженку Екатерину Дунцову не зарегистрируют. Ее уже начали гнобить, у нее арестовали счета, хотя еще избирательная кампания этого не начиналась. Понятно, что не будет Навального, понятно, что не будет наблюдения. Так что ритуал должен быть ритуалом, обрядом. Путин должен быть на белом коне, его 3 раза должны обнести вокруг юрты на белой кошме и провозгласить, что он хан. После этого он приобретает легитимность, потому что никого же другого нет. И вот вы же убедились на этих выборах, что вот он единственный. Дмитрий, но вот это одна группа людей, которые будут видимы, которые должны тоже принять участие в этом ритуале. У них абсолютно конкретная роль ритуальная. Но есть другие группы людей, которые выстраивают ритуал. Но все-таки кто-то должен контролировать. Кто-то режиссер, кто-то продюсер, кто-то администратор, кто-то там, не знаю, обзванивает гостей, следит, чтобы кейтеринг прибыл вовремя. И вот эти люди, технологи или определенные, не знаю, может быть, теневые такие центры влияния, и говорят о том, что вот сейчас произошло, вот этот разговор и выдвижение через Жогу, что это такая, ну, технологическое переигрывание, что ястребы типа Патрушева, Бортникова и Шойгу переиграли технологов
типа Кириенко и выдвинули Путина через военных, через вот этот дискурс войны, противостояния, агрессивный дискурс, а не через рабочих и крестьянок, не через повышение там, благосостояния россиян, не через такую мирную линию, ну или, по крайней мере, внутреннюю линию российскую. Вот так ли это и может ли быть, ну не знаю, какое-то перестраивание в процессе? Еще определенное время есть до 17 марта. И может произойти много чего. И с одной стороны, вот тема военная может и давать какие-то баллы Путину, но с другой стороны, она ведь за это время может стать и очень отягощающей. Ну да, это справедливо. Но вот это действительно повод для размышления дизайнеров. И сам Путин тоже наверняка думал, как ему правильнее выдвинуться. В то же время я думаю, что разговоры о том, что разные центры влияния, там кто-то кого-то обыграл, это от бескормицы. Наш брат-политолог не имеет, значит, хлеба, чтобы его жевать, и поэтому, как хорошая корова, значит, пережевывает свою собственную отрыжку. Традиционно там, в Кремле считалось, там была группа силовиков, была группа либералов. Сейчас это уже стерто. Выборами руководит все-таки Кириенко. Это понятно. Но сам Кириенко все очевиднее выступает в качестве силовика. Если вы помните, он же говорил о том, что задача сделать эту войну отечественной. И, как это ни парадоксально, похоже, что у него получается. Потому что путинское большинство воспринимает эту войну как оборонительную. На нас напали. Там, брецающее оружием Украина... которая на самом деле никакая не Украина, а всего-навсего выражает интересы Запада, готовила нападение, Путин был вынужден ответить, потому что... Ну и так далее. Во всяком случае, через почти два года после начала этой войны, которая воспринималась сначала как победная там, специальная военная операция, а теперь уже долгая, тягучая, трагичная и так далее... Она, благодаря усилиям таких людей, как Кириенко, становится отечественной. Так что разница, на мой взгляд, уже... Да, конечно, всегда есть конкуренция, условно, между Патрушевым и людьми Патрушева и Кириенко. И Путин эту конкуренцию поддерживает, потому что он выступает в качестве разводящего, контролера, там, слушает доносы одной стороны на другую сторону, и разделяя и властвует, это называется. Это все понятно. Но мне кажется очевидным, что для Путина мирная повестка дня, в принципе, губительна. Если вы посмотрите историю его рейтингов, то вы увидите, как мир, так у него рейтинг идет вниз, 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 потихонечку. Ну, потому что люди понимают, что западная манера жизни, она более способствует улучшению параметров, там, здравоохранению, образованию, доходам на душ населения и так далее. Или, если не понимают, то чувствуют. А как война... Или даже разговоры о войне. Так всплеск объединения и поддержки Владимира Путина. У него 4 раза это было в его истории за 20 лет. Первый всплеск популярности – это Чеченская война. И вторая Чеченская война, первая для Путина. И признанная победа там. Хотя, на самом деле, вопрос очень сложный. Что считать победой в Чечне? Там русских там не осталось, русскоязычных там не осталось. Стала мононациональная республика, откуда 240 тысяч людей, российских граждан, бежали. А теперь Россия платит Чечне дань, а Чечня навязывает свои правила, в том числе электоральные правила, подсчета голосов большой России. Но об этом не думаем. Победа все прощает. Значит, первая победа Чечня, вторая победа Грузия, тоже нарисованная в облаках Фимиама, так, с помощью диапроектора. Третья – это Крым наш. Четвертая – вот к февралю 2022 года рейтинг Путина потихонечку шел вниз, вниз, вниз. 25 февраля он на 20% подскакивает вверх. Uh-huh.
Это, я думаю, что это наследие милитаристского мышления Советского Союза, но это работает. Так что Путину говорить об улучшении уровня жизни, о пенсиях, это просто невыгодно. Это с точки зрения политтехнологии контрпродуктивно. А вот изображать себя победителем на белом коне, это не то чтобы выгодно, это просто неизбежно, ничего другого не остается. Поэтому тут неважно. И Кириенко понимает, что надо садиться на белого коня, и Путин это понимает, и тем более это понимают генералы.